Друзья, всем привет! Рада вас снова видеть на своем канале. Для тех, кто впервые у меня в гостях, меня зовут Елена. И хотелось бы сказать, что со мной моя маленькая София, но нет, Сонечка осталась дома. А я вышла по делам. Сейчас у нас 9 часов утра, я иду в стоматологическую клинику. Я уже рассказывала в своих влогах о том, что у меня небольшие проблемки возникли с зубами. Я записалась сегодня к доктору своему, и она мне, доктор, надеюсь, все мои проблемы устранит. Я на это надеюсь. Настроение у меня супер. Обычно немножечко, конечно, есть какое-то переживание, когда, ну, в такие места идешь. Я думаю, вы меня поймете. Но погода говорит обратно, говорит, не переживай, все будет хорошо. На самом деле, мои меня позитивом зарядили, сказали, не бойся, все будет здорово, на высшем уровне. Врача я знаю, к которому иду, очень хороший доктор, делает вообще не больно. Я у нее делала все зубы практически вообще без анестезии, руки золотые у человека. Поэтому надеюсь, что и в этот раз будет все хорошо. Ну а вам, друзья, я не могла, пока иду, не записать вот такое небольшое видео. Видите, наверное, что у нас наконец-то в Москве солнышко. Погода наконец-то восстановилась. Поэтому я всем хочу пожелать отличного настроения. Прям вот солнышко в душе, если у вас в городе солнышко нет. А я пойду, держите за меня пальчики. Ну что, друзья, наконец-то я свои зубки сделала. Да, сделали мне по гарантии, бесплатно. Даже лучше, чем у меня были до этого. Врач все-таки от Бога. Да, друг друга поздравили с наступающими праздниками. Все прошло хорошо полностью. Раз в год я хожу всегда для того, чтобы посмотреть, нет ли новых проблем с зубами. Нет, у меня все отлично. Настроение просто шикарное. Побегу домой, Сонечка меня там с папой уже ждет. Соня мне присылает фотографии. Папа говорит, что она мне там звонит по телефону. Муж говорит, тебе дочка уже обзвонилась, скучает. Так что я побегу, наверное, домой, а то малышка моя там совсем заскучала. Будем с ней снимать для вас видео, друзья. Ну, пока все. Новости у меня хорошие, я довольна. Будем готовиться скоро в праздники, вербное воскресенье. Нужно будет потихонечку сейчас убирать дом к праздникам. Скоро Великая Пасха. Ну и потихонечку готовиться. Ну а я вам хочу пожелать хорошего дня, отличного настроения, чтобы у вас было все супер. Хорошей вам погоды, солнышко в душе, тепла дома. Целую вас. Побежала домой.